Экспонаты выставки поэтапно рассказывают биографию Саранска с момента основания до его 380-летия. 17 век. Костюмы горожан разных сословий, пороховница, пушка на полозьях, шлем с кольчугой и щитом. История буквально оживает. Более поздние этапы развития позволяют наблюдать фотографии и полотна художников. На них жители города, знаковые здания, памятники, в том числе на стадии строительства. Знакомство с музеем продолжилось в отделах этнографии, археологии, дореволюционной и советской истории. Особое внимание Артем Сдунов уделил залу, посвященному Великой Отечественной войне. На стенде «Последние версты войны» можно увидеть фото родственника руководителя региона Василия Федоровича Сдунова, героя Советского Союза, командира орудия 207-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, участника Берлинской операции. Звезду героя он получил 25 сентября 1944 года. Да. Вот он представлен здесь уже со звездой. Экспозицию, посвященную герою Советского Союза Михаилу Петровичу Девитаеву, лидер региона поручил расширить. Сейчас она состоит из небольшого фотоархива героя, его лагерной карточки, реконструированной робы и макета самолета «Хейнкель-111», на котором легендарный летчик бежал из плена. Артем Сдунов поручил проработать возможность расширения экспозиции за счет макетов и декораций к фильму «Девитаев», который в Саранске представлял лично режиссер Тимур Бекмамбетов. В завершении экскурсии Артем Сдунов поблагодарил сотрудников музея за очень интересный, познавательный и захватывающий рассказ о Саранске. В истории всегда мы обращаем внимание на тех, кто что-то создал, что-то оставил у себя в наследие. И, конечно же, если это будут знать больше молодых людей, больше школьников, мы принесем историю через года и через века. Очень интересно, когда эта история происходит в лице, история людей, наших соотечественников, наших земляков, особенно тех, кто добился значимых результатов, а таковых у нас очень много. В завершении визита Артем Сдунов оставил запись в книге почетных гостей музея.